Брейринг среди школьников состоялся по традиционным правилам. Раунды, темы для обсуждения и, конечно, азарт, напряжение и каверзные вопросы. А главное, абсолютно каждый участник оказался вовлеченным в интеллектуальную битву. Всего во втором этапе участвовало 9 команд из муниципальных образовательных учреждений. Борьба получилась очень азартной, все ребята показали хороший уровень подготовки и эрудиции. В результате победителями в группах стали средние школы номер 22, 40 и 39. Победители встретятся в финале, который планируется провести 17 апреля. Организаторами игры выступили Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы, Управление образования столицы, Открытая молодежная администрация и Городской молодежный центр.